This is printed paper weave, grass cloth, again, uniform color and easier to use than real grass. The other category. You speak long, you don't see it. And then I translate long. Make it shorter, I will be shorter. The two of you. These are cork. So the other surface that is very interesting to designers, especially for feature walls, is cork. This is Korean cork, paper, foil, cork, and then a coating, a colored coating. Следующий раздел у нас значится как корк, это пробка. 100% натуральная пробка корейского производства. Они используют португальскую и корейскую. Технология такова. Сначала слой бумаги, на нее слой фольги, на нее слой, тончайший слой корки, и потом цифровой принт, создающий либо цвет, вот такой необычный, либо, например, даже в том числе какой-то узор, какой-то рисунок на корке. Вот, например, с рисунком. And one of the most popular patterns we've had in a long time, and one of the more expensive, is Curtis Damask cork. So paper, foil, cork, color, and then a print. The Damask, Curtis Damask print. Beautiful on the feature wall. Just lovely. И одна из самых дорогих позиций в коллекции Тибо. И одна из самых популярных, кстати, надо сказать. И надо сказать еще, что, например, у нас есть конкурент по данной продукции, компания российская еще одна. У нас эта позиция стоит на $90 дешевле в рознице. Так вот, это у тебя будет делать следующим образом. Бумага, фольга, пробка, дальше нанесение цвета и уже дальше вот принт с золотом в виде дамаска. The last category I'd like to take your time with is the subject of embossed vinyl. Embossed vinyl is a very important category to the interior designers. Why? Because you take a surface that would be painted and you can apply a textured wall covering that will last a very long time, can be washed, scrubbed, beaten. Последний раздел, вот у нас шестой квадратик, мы дошли до конца этого слайда. Винил. Ура, да, ура. Это прессованный винил. Прессованный в каком смысле? В том смысле, что он очень плотный, крепкий, износостойкий, но также наносится форма, то есть используется при прессовании форма, которая придает этому винилу объем, структуру, фактуру. И все наши виниловые обои, вот вы сейчас потрогаете, посмотрите, они все имеют объемный рисунок. This one is, these are embossings that are done by a heat process to vinyl. Again, they're washable, scrubbable, and you can use them absolutely anywhere. You can use them in a water-sensitive area, like a bathroom or a kitchen, in a recreation room, or any area, commercial or residential. Very, very versatile. Преимущество таких обоев высокая износостойкость. Пожалуйста, это могут быть ванны, это могут быть кухни, это могут быть офисы, это могут быть отели, гостиницы, рестораны. Везде под все стандарты данный тип обоев подходит. Более того, мы используем тканную основу для такого типа обоев, поэтому они ультра износостойкие. So this is a favorite. This is a brand new one in a collection called Texture Resource Number 4, which is here. You can see it later. Одна из новинок, которую уже можно приобрести, коллекция Texture Resource 4. Один из любимых паттернов и дизайнов. Новый. Это фартура дерева, да? Вы получаете полную имитацию, 100% имитацию деревянных стен. This is a very, деревянных панелей. A very, very deep emboss, a lot of vinyl. It can be hung vertically. Когда вы потрогаете, обои тяжелые, потому что используется очень много винила для того, чтобы придать максимум объема рисунку. We use this in North Carolina in our furniture showroom, and everybody was just wow. Thought it was terrific. На всех клиентов произвело сумасшедшее впечатление. Мы использовали этот дизайн для нашего шоурума в Северной Каролине. Another one that I find people enjoy is this is Eastwood. Oh wait.
всегда в каталоге на обратной стороне эта информация указана. Ну, сейчас посмотрите ближе. Но в каталоге на обратной стороне вы всегда найдете эту информацию. На странице с дизайном. We have many, many embossings. I'll show you some additional, but this is one that people like for law offices or dens, libraries. This is a very up. It's completely leather-like. Очень популярный дизайн, который люди любят использовать для кабинетов, офисов, библиотек, чего-то традиционного. Полностью имитирует обтяжку стен кожей. Может, вам не очень видно? Попробуйте. Опять же, на тканной основе. This Eastwood wood grain is 89 centimeter repeat. Вы спрашивали про раппорт деревянных обоев. 89 сантиметров. We've created these little books for designers who may not want to carry a heavy book around or even have their own library. Для вас также доступны новые форматы образцов. В частности, в шоуруме у нас будет, вы можете купить это для своих салонов. Да, не всегда удобно, например, на объект ехать. Соответственно, для вот таких вот типов обоев, они, во-первых, самые тяжелые каталоги, да, потому что это винил, они тяжелые. Мы разработали, у нас на складе уже все эти каталоги есть. Вот такие маленькие каталожки образцов, очень практичные, очень удобные. Правильно, что нюхаете, почти не пахнет. Для, что нетипично для виниловых обоев. This book is leathers and skins. And вот, например, подборка. Мы сюда собрали только кожи и шкуры. Alligator, ostrich, кого вы хотите? Змею, аллигатора, leather and embossed. Страуса. This one is interesting to me because we have this Bencoon raffia pattern, and we have it in 28 colors. Now the 28 colors are designed to give you an alternative to paint. So you can find most any color in here to go as a coordinate or a prominent wall as opposed to paint. I don't know if you make any money recommending a paint color, but most designers do not. And with this product, you are in a product you can provide at a profit. Когда вы рекомендуете клиентам краску, вы на этом, как правило, ничего не зарабатываете. Работая с обоями, здесь возможность заработать. Хорошо. Ты лайк, ты лайк, да? Хорошо, несопоставимо. Все-таки больше есть возможность заработать в обоях, чем... Хотя я не знаю, как это раз. Всякое, не знаю. Говорит за себя. Но он так сказал, я перевожу, ну что. Так вот, с обоями, например, специально они подобрали каталог, где собран один паттерн. Это плетение бумаги, да, но имитирующее вот соломку, плетение соломкой. И здесь собрана широчайшая цветовая палитра, которая решит, наверное, запрос практически любого дизайна. И может использоваться в качестве компаньона в интерьере с практически любыми фактурами, любыми дизайнами. Yeah, our daughter just hung this in her own house, and it was really terrific. Немножко семейных подробностей. Дочка недавно себе поклеила. И... А по поводу горючести, надо задать вопрос. Вот я же сменил его колец от предыдущей. Еще раз. В плане горючести поддерживает горение или как-то? Да. Значит, это винил, сделанный из нефти. Горит все, включая нефть, бетон, металл. Все горит. Ну, плавится и так далее. Задача, у этих обоев есть сертификат негорючести, и они имеют все сертификаты для использования в общественных помещениях, включая там госпитали, и больницы, и детские лечебные заведения. Это значит, что они не поддерживают горение. Как это проверяется? У вас есть зажигалка? Да. Дайте зажигалку. Да, еще да. Дайте мне, пожалуйста, каталог. Дайте, пожалуйста, мне виниловые обои. Это не виниловые. Нет. Show that it's
Значит, как это работает? Сейчас я вам покажу. Найдите место. Вы по теплоте, конечно, сейчас найдете. Вот. И вы это сможете показывать смело клиенту. Могу еще разок. Любой ретинил. Можете понюхать. Вы не найдете даже по запаху, где я сейчас держал зажигалку. Я держал сколько? По стандарту. Что такое? А? Вы хотите сами подержать? Сейчас я договорю. Значит, это очень важный вопрос. Я почему решил вам показать предметно, что такое негорючая обоя. Это обои, которые не поддерживают горение. На какой случай это рассчитано? Например, вы выпиваете коктейль 52, и когда он уже 10-й, вы опрокидываете его и промазываете мимо рта, и летит горящая жидкость, выливается на стену. Если это будет, к примеру, там, шелк, или хлопок, или еще что-нибудь, это может моментально вспыхнуть и уже не потушить. Бумажные обои, да, деревянная поверхность допускает. Либо же кто-то, не знаю, кинул недопотушенную спичку, либо ткнул бенгальский огонь, ткнул окурком, выпивший, и прочее. Это значит, что вот эти обои не должны загореться в течение, там разный стандарт, у кого 15, у кого 18 секунд. Но вы сейчас видели, что даже следа не осталось. Не то, что они не загорелись и не начали там тлеть потихонечку. Даже следа не осталось в момент, когда я держал, зажигал. Соответственно, это рассчитано именно на это. Что эти обои не поддерживают активно горение и устойчиво к воспламенению в какой-то период времени. Вот что нужно объяснять клиентам и смело со всеми нашими негорючими обоями показывать вот такие примеры. The other point about these walls. We have a question. Okay. Ну, они используют тот тип высококачественного винила, который не падает. Там вот есть разные типы винила, например, у них нет фактически вспененного винила или такого, знаете, вот объемного рыхлого винила, который часто, наиболее часто используется. Их винил абсолютно такой, очень плотный, там сцепление молекул. Ну, вы понимаете, почему пахнет винил? Это полимер, у которого продолжается, происходит процесс расщепления. В частности, вы купили, например, все пластиковое, оно расщепляется. Купили новую машину, вот, посадите в салон, она пахнет. Пахнет полимеры, которые отделаны салон, и у них сцепление частиц, молекул, недостаточно стойкое. Это как, знаете, углерод и алмаз. Да, вот здесь вот. Так вот, сцепление молекул недостаточно стабильное, и постоянно происходит их отщепление, и это создает запах. Вот этот запах, это эти молекулы, которые пахнут. В частности, здесь сцепление видно такой тип полимера, который дает более крепкое сцепление, но в концовке это меньше пахнет и еще обладает вот такими высокими свойствами пользостойкости. Can I say all that? One point. These vinyls are unique to TiVo in the colors and the styles. They are actually produced by U.S. commercial wide-width wall covering manufacturers, not in our colors. But ours are residential width, so a normal paper hanger can hang these, and you have no minimum. You can buy them by the roll, and they're in stock. So if you're using a small hotel, no problem. Order it from Tato, it comes quickly. Thank you.
в чем преимущество наше, да? Такие обои часто производятся крупными производителями и поставщиками обоев для коммерческих интерьеров. Но у них достаточно долгие сроки поставки и производства. Они поставят вас в очередь и скажут, что это будет готово там и так далее. Если у вас небольшой проект, маленький отель или там большой дом, где хотят использовать эти обои, у нас очень высокий уровень поддержания склада, и когда вам за 2-3 недели доставят этот продукт уже сюда в Москву. Все, что мы сейчас пока вам показываем, уже можно купить. Вот. Да, все, что мы сейчас вам показывали, это коллекция, которая уже есть в шоу-рум или которая есть у нас на складе, вы можете их приобрести и в любой момент заказать. Сегодня. Вы можете сегодня обратиться к менеджеру и сказать, я хочу вот этот каталог, вот этот и вот этот. И сегодня уже, кстати, если вы сегодня заказываете, у вас будет скидка. This is 4 months old. Нет, не 50%. Не 70%. Больше. Знаете, я вам отвечу на ваш вопрос. За этот продукт с такой ценой, просто цена на этот продукт, это люксовый продукт, а стоит у нас, в Кано, по крайней мере, дешевле, чем подавляющее большинство продукта в складских программах в России, гораздо более низкого качества. И эта цена на 20-30-40%, часто ниже. При этом был не продукт. Поэтому давать каталоги бесплатно, они у нас стоят ровно столько, сколько они стоят в ТИБО, плюс доставка. Плюс мы еще имеем скидки в результате того, что мы покупаем это большим оптом, и эти скидки предоставляем также и вам. Но все сегодняшние вечеринки мы решили сделать вам приятный подарок, и если вы даже сегодня закажете, мы вам дадим подарок. Каталог в среднем стоит от 75 до 115 долларов. Да, сегодня можно купить, и вы сегодня получите 20% скидку на любой каталог, который сегодня закажете. Если он есть на складе, вам доставят через 3 дней. Оплатить не обязательно сегодня. Но сегодня надо как минимум заказать, а оплатить до конца ноября. Потом скидка снимается. People like to know the print techniques. We're not going to show you a lot about the manufacturing, but I do want to show you. I do want to show you a few of the print rollers that are used. Thibaut uses many, many print techniques, and our approach to design is that we design a pattern, and then we determine how it should be printed, and we go find the best printer to print that pattern. Давайте поговорим немножко о технологии. Вот у вас сейчас перед вами на фотографии цилиндр, который наносит печать на обои. In this case, this is a surface print roller. This beautiful wall covering was produced on a surface print machine, and so each roller is associated with a color. So in this case, there's 12 colors. There's 12 separate rollers. Чтобы создать вот эти замечательные обои, очень яркие, такие веселые, счастливые, нам понадобится порядка столько же цилиндров, сколько цветов на этом блоке. То есть если мы с вами можем здесь насчитать 12 цветов, то нам надо с вами 12 вот таких цилиндров. Производство каждого стоит порядка 10. How much is the one cylinder? On a surface print? Не, там их надо перерывать. Probably $1,000. No, more. No, not these. Oh, whatever. You talk what you want. В общем, чем больше цветов, тем дороже обои. Вот так. So, the point is here that this is like hand block. We used to have a block and you put it in ink and print it, put it in ink and print it. But this is done on a roller, so it picks up ink and deposits the ink on the paper. So you can feel the ink and you can pass that around. Здесь мы использовали специально surface, то есть объемный print. Вот первый, который мы сейчас показывали, цилиндр, он наносил объемную краску, за счет этого и рисунок получает объем, не только за счет контрастности, но и за счет объема самой краски наносится. This is a rotary screen roller. Maybe you can kill the light here, okay, you can see it a little bit. A lot of Thibaut is rotary screen. Rotary screen is like the old hand screen, where you had a screen and you drew the color through the screen. This is the same. If you look here, this is a porous area, and the dark area is non-porous.
So the... Where's the pink? The color, comes through the light area and not through the dark area. Это лотерный цилиндр, в котором краска проходит сквозь цилиндр, там такие маленькие отверстия в самом цилиндре, и вот дырочки эти отверстия находятся в светлой зоне. Именно сквозь нее подается краска в момент кручения этого цилиндра по поверхности обоя. А краска подается изнутри. So the ink goes inside the roller, it's pressed out on the paper as it's going. Again, each roller, each color. One, Но two, three. То же самое происходит и здесь. Сколько цветов, столько должно быть таких цилиндров, которые должны в своем месте нанести краску. В паузу краска должна высохнуть, да? Потому что мы не можем подать на следующий цилиндр, пока не вырос, не высох предыдущий слой. So this is a gravure roller, and the small etched area here is where the ink sits and gets rolled onto the paper. Это гравюрный цилиндр. Технология такая же, как в гравюре. На цилиндре есть гравировка. Вы ее сейчас отлично видите на фотографии. Цилиндр сначала проходит по так, поверхности, с которой он цепляет краску, которая прицепляется к гравюрной части, да? Цепляется к гравюрной части, а потом наносится параллельно на бумагу. These rollers cost about $6,000 or $7,000 each, and again there is a separate roller for every color. And we own everybody. Yeah, we own the rollers, and the mill uses them for print. Doesn't mean that it's the most expensive type. This roller is. It uses less ink, but the roller itself is the most expensive. It's the most expensive type of the print. It's more expensive for the equipment, less expensive for the paper. Свои нюансы. Вот это самый дорогой тип рулона, чтобы произвести вот эту гравировку. Сами ролики стоят очень дорого, но компания Tibo вот такими гравированными цилиндрами владеет сама, то есть выкупает их и производит на них уже на руку. So this is an old rotary screen. The point here is there are other processes, flexographic. Hand screen, we still do. Raised gravure is a new technique. Еще есть ряд технологий, которые мы используем. Это вот, например, флексографика, или до сих пор в части наших обоев мы используем ручной принт. Также объемная гравюра. And then you have the printed grass cloth. We passed the blue one with the palm trees around. Мы уже также обсуждали объемный винил, да, прессованный и... И принт, нанесенный на плетеную поверхность. Now we also have fabric. We've talked about wallpaper. Tibo is large company in fabric, and these are the different kinds of fabric that are in our line. Maybe you can just read them in Russian. Ну, в общем, коллекцию тканей Tibo, потому что Tibo это также коллекция тканей. Вы их можете найти как в каталогах обоев, так и в отдельных каталогах, достаточно больших, удобных. Для того, чтобы подбирать ткани. И представлены такие типы ткани, как принты, как металлизе, это стеганые ткани мы их называем. Вот это. Далее это жаккарды, это тюли, это вышивка, льны. Woven drapery, woven multi-purpose. Обивочные ткани, бархаты и также ткани для outdoor, то есть для использования вне дома или для каких-то коммерческих помещений. Да, разумеется. Сегодня можно заказать, всегда можно заказать каталоги тканей, они также все есть на складе. Каталоги тканей стоят от 40 до 70-80 долларов. Now the point here is that I have a number of photographs to show you. Two points to make. The first point is that all Tibo photographs are in real rooms, real homes, wallpapers applied, furniture is upholstered with our fabric. It's a real photography, and designers love the photography because it shows an idea for a whole room set. Мощнейшим преимуществом компании Tibo является то, что в каталогах они используют оригинальный интерьер. То есть все, что вы видите, это не компьютерная графика, как сейчас у большинства производителей обоев. Вы открываете там, да, либо это просто кусочек обоев, и там цветочки на них фоне, и лампа.
Нет, здесь реальные интерьеры, которые полностью сделаны из продукции Тимол. Сейчас в том числе и мебель. Это мебель Тимол на этих фотографиях. И это реальные интерьеры со своими тенями, с полками. The second point is that many people know Thibaut for traditional toiles, stripes. Other people know Thibaut for light-colored, coastal. Other people know it for grass cloth. So Thibaut has many, many styles and many types. And I'll just have Alexander read the types. These are just photographic examples of the variety of product in our product line. Мы с вами поговорили о цветах, мы поговорили о типах продуктов, материалах. Сейчас поговорим немного о стиле. Thibaut, несмотря на то, что это не очень большая коллекция, представляет, вмещает в себя очень разные стили. Итак, начнем. Первое.